«Книги, любимые из детства». Именно так называется выставка, которая проходит в Щелковском историко-краеведческом музее. Здесь представлено более 50 иллюстраций к детским произведениям с 30-х по 80-е годы прошлого века. Такая удивительная и добрая выставка была организована благодаря сотрудничеству музея с картинной галереей города Красноармейска. И это уже не первый их совместный проект. У нас был успешный опыт сотрудничества, благодаря этому щелковцы могли познакомиться с творчеством художника Карла Фридмана. Было предоставлено целый ряд работ, и, скажем так, следующим шагом стало создание вот этой выставки, и мы надеемся, что это сотрудничество с Красноармейской галереей будет продолжаться. Мурзилка, Буратино и многие другие знакомые всем с детства герои собрались в одном зале. Здесь представлены работы одних из лучших графиков 20-го столетия. И среди них наша землячка Ирина Воробьева. Ирина Воробьева большую часть жизни жила и работала на Щелковской земле. Огромный вклад она внесла не только в развитие детской книжной иллюстрации, но и в искусство в целом. Художница разрабатывала своеобразную технику эстампа, гравюру на картоне, что принесло ей всероссийскую известность. Также на выставке презентованы работы Елены Афанасьевой, Анны Боровской, Аминадава Каневского и многих других художников. Узнать подробнее о творчестве и жизни авторов можно при помощи интерактивного стенда, расположенного прямо в выставочном зале. Выставка прекрасна тем, что она своевременна, как раз сейчас идут детские каникулы, вот, и дети, я думаю, посетят и очень посмотрят с удовольствием. Художественная иллюстрация – важный элемент детских книг, ведь именно она помогает им войти в литературный мир, вызвать неподдельный интерес у юного читателя и, что немаловажно, придать стимул к дальнейшему чтению. Художник, создавая персонажей книги, словно разговаривает с читателем на равных. Сейчас, смотря, изучая новых авторов, я вижу по нашим современным детям, что им это интересно, так же, как это было интересно нам и нашим родителям. Мне нравятся книжки с картинками. Ну, потому что в них веселее читать. Во время церемонии открытия маленькие актеры Щелковского драматического театра продемонстрировали свои таланты. Они прочитали несколько любимых стихотворений, знакомых всем с детства. С лесенки ответил Вова: «Мама, летчик, что ж такого? Вот у Коли, например, мама милиционер». Погрузиться в теплые детские воспоминания и просто культурно провести время можно до 5 августа. Лилия Дворецкая, Анна Балиет, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».